хватит тайных встреч. Хватит протестов. Хватит пропавших друзей. Он слишком силен. Просто ворвешься в Капитолий и приставишь отцовский пистолет к виску Кастильо? Нет. Я соберу армию. А затем я отправлю Кастильо на тот свет. Ты со мной? Думаешь, не справлюсь? Я видела это, Талия. Я мечтала об этом. Мама говорила. Оставь мечты богатым белым яранцам. Мы не мечтаем. Мы выживаем. Клара, убив Кастильо, ты не освободишь Яру. Она должна сама захотеть свободы. Для каждого. Клара. Клара. Может, объяснишь, зачем ты притащила меня в мой приют? Антон проигрывает. Скоро мы пойдем на Капитолий. И он хочет поговорить. Ты шутишь, да? Нужно твое мнение. Ведь вы с ним встречались. Кастильо всегда на два шага впереди. Он не остановится, пока не получит пулю в лоб. А потом? Убьем его сына? У тебя ведь был такой шанс. У Хуана была надежная инфа, что в том отеле Кастильо. Оказалось, не тот. Ты пощадила Диего, и Кастильо позволил тебе избежать казни. Дело в том, что ты была права. Чтобы у Яры было будущее, его людям и нашим нужно жить в мире. Наша цель — это не убийство Кастильо, а свобода в Яре. Для каждого. Ты уже приняла решение, так ведь? Яре нужен лидер, Клара, а не мученица. Вива либертад, Дани.